Это производство домино. Всем привет, с вами Тимуха Домино, и сегодня у нас очередной квест. Мы идем, ну не в вылазку, а... Ух ты, ёлку. Короче, идем защищать местность от сучар. Короче, у нас охота на... Охота на кровососов. Лезем в их самое логово, короче. Давайте пристанем что-то потише. Дробовик не самый идеальный вариант. Блять, у нас только дробовик, шикарно. Что-то есть. Так, он нас уже видит. Зажимаемся в угол. Блять, я никого не вижу. О, полегче. Сука. Похуй, я его чуть не прикончил. Ну, понятно, что он тут, блядь, не один, это их не логово. Так. А ну, сука. Никого. И ничего. Сейчас, подожди. Подожди. Ой, блядь, еще не наебнулся. Блядь, тем дальше, тем хуже. Ой-о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 й
Ай, блин! Ух, ебать, сука! Чё так много хп начали снимать? О, ёбана в рот, блядь. Бля, чувак, помоги! Ай, бля! Во, ах ты, сука! Где ты, тварь, блядь? Ой, ну нахуй. Ебать, ты помог. Ну иди сюда, сука. Гляди, вот тут, наверное, можно будет попасть в подвал. Фу, бля. Так, а ну давай. Это на всякий случай. Так, стоп, а почему? Может, у нас броня-то не броня вроде нормально. Так, теперь разве что прыгать. Давай за мной. Ебать, он так круто, эпично спрыгнул. Ты лучше калаш не убирай. Не расшиб, нет? Ладно, пошли. Так, выброс. Помещение. Нам еще повезло. Что мы во время выброса в этом убежище, бля. Бля, что-то не нравится мне это все. Чуваки. Смотри-ка, странно, а? Следы когтей. Так. Патроны на Макарыча заберем, это нам надо. Так, а что у тебя? На прошлых жмуриках такого нет. Надеюсь, ты их там не обшариваешь, даешь мне что забрать. Так. На Макара забираем патрончики. А, он просто их осматривает, ну. Хорошо. Так, что их не трогаешь? Так, о, артефакты. Блять, ну тут я знаю, сейчас будет полный пиздец. Талант, как говорится, не пропьешь. Ну пошли, глянем. Черт, просыпается. Пойдем отсюда. Ебаный в рот. Ух, ебать! Ебать!
сука, как же их дохуя, ребята, вы чё, блядь? Ой-о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 й. Ещё выброс этот. А как назад, блядь? Ой, мама. Ой, бля-бля-бля-бля. Идите нахуй. Идите нахуй, ребята, идите нахуй. А, сука. Да отъебитесь вы, блядь. Сука. А ну пошло отсюда нахуй. Ой-ой-ой, блядь. Сука. Иди сюда, блядь. Не-не-не, иди нахуй, иди нахуй. Ну, блядь. Фу, блядь. Сука. Фу, блядь. Пиздец, броня, пизда. Блядь, все это. Ох, тело плохо. Ой, блядь. Ебать. Немного застрял. Пиздец, бедолага. Как же тебя так? Их там так дохуя было. И надо пойти потихоньку. Не, давайте пройдем заново. Моя специальность. Да из практики, в общем, взлома у меня сложилось, а? На, вообще прекрасно. Блять, это ты очко, пиздец. Чёрт, тут полно кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирк. Ебать! Нахуй просто. Ой-ой-ой. Пиздец просто. Спите. Чёрт, не спите. Фух. Блять, ну выброс вообще ничего. Фу, блять, не пугай так, идиот. Вроде выход. Прыгай. Блять, ну вот. Да вы чё гоните? Да скучно, а ну иди сюда. Это очень скучно. А вот теперь повеселее. Вроде никого. Так, Данилу по результатам не нашли. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С ними нужно что-то делать. Так, окей, и давайте побежим, расскажем о сосателях. Короче, там уже встретимся. Так, вот мы причапали уже на Скадовск. Надо рассказать Бороде о том, что мы видели вообще. Привет, брат. Ну, здорово. Здорово. Так. Под ВНЗ обнаружила целое логово кровососов. Так, логово необходимо уничтожить. Дай подумаю, черт знает, сколько там в тоннелях кровососов. Надежнее всего травануть газом. Помню, Сыч как-то рассказывал про газовые баллоны. Сходи к нему, извини, что гоняю, но у меня с ним очень не очень ладится. В общем...
Если сможешь достать газ, подключить баллон к системе вентиляции ВНЗ, и все кончится, считай минуты. А, все кончится в считанные минуты. Так, а ну, торговля. Понятно. Оу, артефакт чек парим. Так, как и сделаю. О, красота, найти отравляющий газ. Найдешь артефакты? Заглядывай. Так, стоп. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. Так. Ну, может, починить можно будет у него? А, нет, только покупка продажи, я так понял. Так, эти нам не нужны. Детектор Виллис, две штуки. Это нам не надо. Так. На него человек осмотрит. Давай, а, давай, нет. Не задерживайся. Выкупайте врача, не эту охуеть. Так. Фух, так, не, не вот. Не у кардана. Найти. Так. Для уничтожения они сыч знают. Блять, это сыч. Не знаю информацию. Отравляющий газ. Две штуки. Держи. Так. Слушай, автоколонна военных когда-то везла такой газ, но не довезла. Что у них стряслось, неизвестно. Только там должны были остаться баллоны с газом. Все понял. Да, еще помогли остаться еще могли остаться документы. Если найдешь, неси мне, как раз покроешь траты за информацию. Угол красоты найти отравляющий газ. Понятно. Блять, давайте переночуем, я ебал, это будет сильно долго. Так, ребятки, вот мы подходим уже к мосту, на котором будем пиздить газ. Но вы не подумайте, это не потому, что я украинец, а потому что так надо. Ой, ё-моё. Блять. Ну и как тут пройти? А вот так вот и прошли. Ладно, хуй с ним. Ой-о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 й. Чисто по харду просто. В этом... газу... Блин, забыл, потому что маз... раз... А, вот доки, которые он просил. О, сейчас натаримся, бля. Необходим ключ. Какой нахуй ключ? Так, контейнер забит. Необходимо два ключа. Два ключа, два ключа. Где два ключа? Найти ключ. В документах упоминается ключ. Так, совершенно секретно. Распоряжение полковника ВП Славина. Согласно данному распоряжению, знакомьтесь с личным составом подразделения химзащиты. Номер 423 с такой информацией. Первый ключ от контейнера с химсмесью перенвозя находится в расположении ПК Славина. Ключ находится ПК. В персональном компьютере 2. Порядок построения колонны, начиная с... головы колонны, машина зам, комп. Так, тут номер один, номер два, номер три, так. Машина комп. Копия распоряжения вручить ПК КС Волову и СТ Дропел РБ Назаренко. Или Назаренко. Короче, надо пошарить эти все тачки. Так, ну надо, ребят, надо. Аркашек возьмем. Открыть ящик. О! На макарке патрончики надо. Они? Они родимые.
машина там никакая не упала. Если упала, нам придется к ней лезть. Так, тихо. О, блядь. Вот. Упала, смотрите, какая-то машина тут первая шла. Вот, есть. Ключ. Поднимаемся наверх. Все-таки надо было читать внимательно. Прочитал. Увидел, значит, шла колонна, и была первая главная, там вторая, третья, четвертая. И вот какой-то из них, значит, были ключи. Логично предположить, что первая, потому что первая главная шла, офицерская машина. Тут уже надо разбираться не по игре, а как в жизни. Тут законы логики, блядь, надо выбрать. Да, блядь, что ты так заебался? Блядь, стыдно, потому что не помню название этой машины. МАЗ, КРАЗ, ГАЗ, ЗИЛ. Ну, походу ЗИЛ, блядь, точно, или ЗИЛО. Да ёбаный в рот, блядь. Так. Необходим второй ключ. Ключ Б. Логично предположить, что в этом бобике. Хоть радиации не понятно. Блять, перегруз. Ничего, сейчас нам быстро с этим справимся. Все, ну нет, нету ключа. А вот где нам его искать? Патрончики нам как бы особо не нужны. Точно, второй документ. Нет. Так, ключ А. Так, ключи контейнера. Так. Там и ключ должен второй находиться, не пойму. Блять, ну ебаный, блядь. Давайте аккуратненько спустимся, как и в прошлый раз. Еще должна вторая машина быть или как? Это Нива, кстати. Опа. Так, но это не то. Да, блядь. Где-то должен быть второй ключ. А вот где? Вот это вопрос. Охуеть, мы выполнили легенький квест. Фух. Ничего не пойму. Так, внимательно. Так, ключи от контейнера с хим смесью Перинвазе находится в расположении, в распоряжении ПК ПП Славин, ключ А. П дробь ПК КС Валов, ключ Б. Не понял. Порядок построения колонны начинается с головы колонны, машина с замком под подразделение, машина сопровождения номер 8, БТР номер 1, транспортная машина номер 1, БТР номер 3, машина супруг, так. Ничего не понял, так, валов. Так, валовы назад, копию включить. Блядь, ну... Ребят, я что-то не догоняю. Итак, ребятки, я немножко затупил. Воу. Вот шла колонна в начале, и в заключении были главные офицерские машины. А я тормознул. Я забыл за другую.
Где-то тут стоит Бобик. Вон. Бобик, Козлик, кому как удобнее. Я чаще слышу, что их Бобиками меня называют. Так. Вот ящичек. Шикарно. Забираем ключи и доки. Так. О! Блять, они еще в радиации фанят. Так, давай, давай, не сдувайся. Вася. Не понял. А, они же в этом. Грузовички. Так. Ух ты ж. Все нормально. Так, ого, красота, найти вентиляционную шахту. Ну давайте продолжим возле шахты. Итак, ребят, мы приближаемся к объекту. Где-то здесь. Вот, скорее всего, вентиляция. Так, установить. Подключить газовые баллоны. Блядь. Да ёмно. Повернуть вентиль. Этот, наверное. Во, кровососа. Ждать, пока войдет газ. Ебать. А, это под нами. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, типа, не дать им сбить? О! Попал. Кровь была. Сучара, блядь. Сообщить Бороде. Сообщим, блядь, Бороде. И на этом уже, наверное, закончим. О, я заебался бегать туда-сюда. Газом. Ну ладно, там уже продолжим, ребятки. Пришли мы на Скадовск, ребята. Вот, надо им сообщить. Каким? Так. Все. Так, и пошлите к этому. Забыл, блядь, как его зовут, мы ему документы обещали. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет. А, сучу, вот. Так. Ладно, продадим хер с ним. Так, торговля. Ага. Так, сколько это будет стоить? Оу, не, братишка, это очень дорого. Так, чем это отличается от этой? Ну, это 20 стоит, а это немножко дешевле. Ну, 8 штук. Ну, возьмем, потому что у меня уже никакой в натуре нету. Так. Это нам надо. Там у тебя возьмем. Так, ну вот так вот, ребята, мы уничтожили угола кровососов, нашли ключи. Итак, ребят, если вам понравился этот видео, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, с вами был Тимоха Домина. Всем до скорых встреч, пока-пока.